Ребята, всем привет! Я продолжаю пытаться пройти эту игру под названием Week. Мне безумно интересно, что же там будет дальше. Был такой прикол. Вчера, когда я поиграла в игру Week, я подумала, как же это было весело, может быть, дать попробовать поиграть моему мужу? И я ему говорю, поиграй, попробуй, потому что он такие страшилки боится. Ну как, боится... Ну, боится, наверное. Короче, в чем прикол-то? Он взял и с первого раза прошел мне с 3 часов ночи до 4 утра. Я думала, он как бы умрет в игре. И я такая, ну вот, видишь, какая прикольная игра. Попробовал. А он взял и прошел. Я думаю, ну ладно, херли, что, продолжаем? Так, кстати говоря, вчера Слава посмотрел мой летсплей. Так, я сделаю все прям потише, потому что у нас действительно есть одна проблема с микрофоном. Кстати, к нам едет уже новый микрофон. Надо все сделать потише, чтобы вы меня охерительно слышали, потому что это, конечно, проблема. Но как ее решить? Управление. Сохраняем. Ну да. Графика. Оказалось, что ультра все-таки это намного лучше. Гамма. О. А еще было очень тяжело смотреть мне игру без фонаря, без свечи нашей. Короче, продолжаем. 4 утра. Волнуюсь. На всякий случай. Волнуюсь, потому что уже целую ночь не играла, и страшно мне это. И надо запомнить, чтобы говорить погромче. Я снова опять одна дома. Такс, чертовка. Что я узнала, пока я не играла? Кстати, стало как будто светлее. Или это из-за фонаря? Так, все, запоминаем клавиши. Кто-то мне написал в комментариях, Юль, давай ищи уже предметы, хернёй не страдай. А, кстати, я забыла глянуть. Тут, оказывается, есть какая-то у меня карта. Какая-то карта открылась. Кстати, что-то ярко так, это я, наверное, сделала. Короче, я прочитала в интернетах, что с 3 часов ночи у меня должна открыться какая-то карта... карты... И так играть будет намного легче, но я что-то не вижу и не знаю. Где у меня... Не знаю, где у меня все-таки эту карту посмотреть. Знаете, как есть в некоторых играх, где-то справа, наверху, например, можно увидеть... собственно говоря, карту, мини-карту, большой карты, по которой я хожу. Вот. Еще я, когда просматривала свой летсплей, поняла, что... Блядь, ёб твою! Поняла, что я очень плохо осматриваю местность. Это действительно моя проблема, потому что я всегда... Блядь! Ёб твою! Ёб твою, сука! Сука! Пипец. Ой, я аж вспотела, блядь. Ёб твою! Это чё за дело? Подмышка чешется, что делать? Сука, блядь. Я говорю, я аж вспотела. Чё-то я так жестко испугалась. Что я ж на очку подсела? Ебать, что все трясется? Пипец. А, кстати говоря, я же на этом уровне-то и не была. Там были хоть какие-то подсказки. Бери. Бери. Тут снова нет никакой маски. Ой, что-то я испугалась. Очень сильно. Надо было окошко открыть. А то реально я уже вся вспотела и руки мокрые. Но видно, кстати, лучше. Видимость стала лучше.
Ой, блядь, сука. Так, на паузу. Опять, почему я вечно об этом забываю? Выключить телефон. Короче говоря, где же все эти... Почему так страшно? Они так резко, и что такое вообще? О, ё-моё! Слышите? Чё за война? Сука, свеча-то гаснет! Кстати, я же... Блядь! Ёбаный в рот! Опять как темно, экран, яркость. Ой! Короче, что еще я поняла? Во-первых, если что-то вдалеке мерцает, это свеча. И мне надо бежать туда. И когда звенит у нас, типа, не будильник, а как его? Бля, ёптую! Ой, сука! Да что ж они мне договорить не дают? Вон сколько свеч, мне нужна хотя бы одна. Она же здесь обычно стояла. Нету. Ёб твою дивизию! Короче, когда у нас звенит то, что часы, первый раз, это полчаса игры прошло. Ну, внутриигровой имеется в виду. Ну и второй раз... Блядь, понятное дело! Блядь! Чё за деточка? Охренеть, я всего 8 минут как записываю, меня убили. Но я нашла маску. И не какую-то там, а противогазку. Это клево. Так. Давайте, знаете что? Там что-то с уликами было связано, что я смогу увидеть какую-то карту. О! We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally. Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Do you think it could have been some kind of animal? A bear, maybe? No way, man. There ain't been no bears in these parts for 50 years. The hunters wiped them all out years ago. Kids went missing from that old summer camp. Figured it was bears. Where did you start hearing these noises? Just past the old bridge. Just past the old bridge. Мостом, понятно. А... Причина, по которой я сейчас не читала то, что там говорят, потому что я не знаю, насколько в этот раз хорошо записывается все, но я думаю, что хорошо, потому что я поставила на минималке, чтобы мой голос был сильно, ну не сильно, но хорошо слышен. Я поняла, что за карта, но опять же таки, вот я про нее и говорила, но я же не могу ее использовать в игре. То есть я могу только зайти и посмотреть местность, но я и так эту местность уже всю изучила досконально. Стрёмно. Стрёмно с 4 часов-то играть ночью-то. Уже не так весело. Вот мне бы понять, откуда я вообще обычно начинаю. И что там? Наверняка забор. И ничего хорошего. Так, потише чуточек. Ой. Ну, это не страшно. Короче, мне лучше... О, блин! У меня реакция всегда одинаковая. Ну, а что еще? Ёшки-матрёшки. Это чё за крот ебучий? Прыгай, блядь! Вы видали? Ой, мама джан. Короче, мне в комментах все пишут, блин, а можно не страшилки?
О, понятно. Штырит. Эта штырилка меня отправляет абсолютно в другую местность. Так, забываю постоянно искать свечки. Я бы не сказала, что они тут прям на каждом углу-то валяются. Зажигай, ёптать. Короче, не страшилки. Люди пишут мне в комментариях: ой, играй в Sims. Я не знаю, если честно, мне настолько неинтересно играть в Sims. Мне в Sims интересно играть, наверное, одной и просто строить дом, потому что я это любила с самого детства. А так вот играть, как я живу, прохожу жизнь, хожу на работу в Sims, если честно, ну как-то... Фиг знает. Также пишут все... А, знаете что? Мы начали смотреть этот Resident Evil. Resident Evil. Прохождение, блин, офигенно, очень интересно, не знаю. Единственное, что... Как же мне потом, если что, играть в такие игрушки? Ой! Как мне потом играть в такие игрушки, если я уже посмотрела прохождение, да? Ну, некоторых игр я действительно боюсь. Я очень боюсь игр, где нужно прятаться. Вот, знаете, я смотрела летсплей тоже, где надо прятаться в шкаф, забираться под кровать, куда-то. Я очень таких штук боюсь. Но это зато интересно. Я, на самом деле, вот в этом плане девка-то рисковая. Девка-то рисковая. С той точки зрения... Да ё-моё! С той точки зрения, что чем страшнее, тем веселее, ведь правда? Тем контент интересней. У меня уже голова болит. Я уже сегодня выпила одну таблетку от головы. Я думаю, что на меня игры дурно влияют. У них дурное влияние на мой мозг. Вообще-то мне надо ходить на мероприятия. Ёпта, девочка, смотрите. Сучка мелкая. Почему тут даже свечи нет, да? Так, держимся подальше от экрана. О, вижу мерцание. Бегу туда. Самое стрёмное здесь для меня лично, это скримеры. Когда резко вот этот мальчик появляется. Или деточка эта, девочка. Что-то мне уже глючит. Глючится меня, глючится. Ветер дует. Ёб твою! Суки! О, господи! Я не знаю, еще пишут Outlast играть. Ну, можно. Я не знаю, надо посмотреть, что там вообще. Ну, наверняка я уже 500 тысяч раз видела, как в это играть. Но не играла! И я точно не смотрела какое-то полное прохождение, там, типа, от начала до конца. Ё-моё. На самом деле, мне пофиг, найду я предметы или нет. Мне больше всего интересно дожить до 5 утра, потому что потом у нас останется всего лишь-то чуточек. Сука, это свеча, как темно. Я думаю, они в игре, вот эти ужасы, они чувствуют, когда я... Ёб твою, сука. Они чувствуют, когда я хочу прибежать к свече, и не дают мне это сделать. Вот видите, уже в какой раз... А тут точно какая-нибудь мразь будет на этом мосту, потому что он дико стрёмный. Блять, я застряла! Блять, чё за ботинок? Ёб твою мать, она же тут прям стоит, эта деточка. Я уже целых два предмета нашла. Охереть! А свеча где? У меня аж губа высохла от ужаса. Сука, эта музыка напряжная, просто кошмар, лютый кошмар. Свеча, сука, дай мне, блядь, свечку. Ёб твою мать! Блядь!
сука! Причем я не могла убежать. Я уже не могла убежать. Что он начал действие брать свечу, и я уже не могу убежать. Так, ботинок. О, фонарь! Епарасете! Я знаю, где найти фонарь! Если он возьмется, конечно. Ну, выглядит как фонарь. Фонарь у нас стоял в домике, в котором, кстати, тоже есть свеча. Единственное, что меня обламывает, что это же 20 минут... А, час в игре, я это сказала, наверное, уже, но повторюсь. Час в игре — это целых 20 минут. Давайте даже засечем. Сейчас 17:45, значит, 18:05. Игра должна закончиться. Как бы час игровой. Блин, ну не, классная игра, на самом деле, мне нравится. Мне нравится, и, в принципе, я бы, может... Ну, я не знаю, стала бы я, конечно, в нее играть, если бы я не записывала свою реакцию, потому что мне все это дело намного интереснее, конечно, чисто из-за моей реакции на ужасы, происходящие в этой игре. Уведомление пришло. Без звука я уже боюсь. И беззвучных... О, нихера. Ой! Сука, как всегда, не дают мне взять что-то по заданию. Все, она ушла. О! Заметили? Здесь виселица была, и она пропала. Так, фонарь. Фонарь. О! Ёпта! Ёбана! Бля. Я уже забыла про этого мальчика, кстати говоря. У которого в глотке, видимо, кошачий колобок. Что он постоянно... Кошачий колобок. Шерсть. Комочек. Так, ну что, я нашла 3 предмета. Тут, кстати, нет дополнительного предмета. Я даже не знаю, что тут теперь исследовать. Разве что просто... Блядь! Сука! О, я вижу крота, нахер. Ну, я не знаю, кто он там. Крот. Но он точно что-то копает под землей. Трубы прокладывает, возможно. Электричество, кстати. Фонари здесь устанавливают в этом лагере или что это? Это лагерь, я так понял. Точнее, не я понял. Слава смотрел прохождение моей игры. Я говорю, что такое камп? Что такое камп? Куда мне идти? Он говорит, это лагерь. Ёб твою! Ёбаный в рот! Все. Просто релакс. Тигеризи, понимаете? Что дальше-то делать? Блин, ну я, конечно, жутко обламываюсь, когда заново приходится проходить все эти ужасы. Кстати, а еще я когда смотрела свой же этот летсплей, я, знаете, о чем подумала? А что я постоянно... почему я не хожу по тропинке? Да и вообще карты здесь беспонтовые. Правда, надоело уже. Вот, видите, тропинки, они же прям меня как будто ведут к каким-то локациям. Это же выглядит как тропинка. Сука, как я ненавижу этот звук. Блядь! Блядь, беги! А это был мальчик или кто-то иной? Крот ёбаный. Блядь! Господи, мне кажется, я с каждым летсплеем буду все больше и больше материться, потому что я уже не могу, у меня уже психика просто не выдерживает. Мои нервы. Я не специально. Все эти звуки. Шелухание. Могилы. Мы тут уже были. Блять! Сука! Не-не-не-не-не-не-не! Возьми, возьми ее! Возьми! Как брать? Как брать? Е! Господи, я уже все кнопки перетыкала. Бля! Бля-бля! Стена! О, полчаса, ёбана в рот! Ёбана в рот! Полчаса прошло.
Так, нам еще надо, знаете сколько? 18 или 15 минут. Беги. Я очень мечтаю пройти этот уровень, дойти до следующего, но без свечи. Это нереально. А до той далеко бежать. Вот увидите, сейчас нас настигнет урод какой-то. Бля, куда? Чё, кого? Ёб твою мать! Скорее бы эта музыка закончилась, значит, все в порядке. Блядь! Сука! Короче, я поняла так, что нужно не смотреть, главное, им в лицо. И они не могут меня развернуть, вот тот урод, который меня разворачивает, если я смотрю наверх. Что Слава так, в принципе, каким-то образом и прошел, он крутился башкой наверх. Его не поймали. Причем, блядь, хотели поймать! Очень жестко. Бля, ёб твою. Так, господи, нам надо продержаться еще 15 минут или сколько. Блин, ну 15 минут это немало. У меня сейчас еще и фотик выключится. Блядь! У меня сейчас и фотик выключится. Господи, ёб твою, береза. Очко. Моё натягивается! Сука, такая сука, ну какая же ты собака сутулая. Не, ну это просто кошмар. Так, сука. Титры. Я не знаю. Это очень обидно, потому что когда я не прохожу уровень, я понимаю, что мне заново нужно испытывать все эти ужасы целый час, точнее, целых 20 минут. А у меня, кстати, скоро не будет времени на игры, потому что я сегодня снимаюсь в подкасте у своей подружки. У меня на игры осталось ровно 27 минут. Что думаете, у меня жизни другой нет, кроме геймерской? Ой, бля. Единственное, что мне нравится, что я уже всех их знаю. Меня пугают только скримеры, которые резко перед лицом выпадают. Так что в целом все норм. Все норм. Буду идти по этим тропинкам. Тропинки домашние такие. Они меня не так пугают. Ну и самое главное, конечно, не ходить без свечи. Потому что без свечи, во-первых, потом смотреть нереально, глаза охеревают, потому что реально очень темно. А во-вторых... Что во-вторых? Страшно. Элементарное пугание, понимаете? Обидно, что я теперь и предмет никакой не найду, потому что я уже все нашла, такая гениальная игроманка. Посмотрим в окошко. Блядь, там вечно какая-то херня происходит. Ну, это не так страшно было. Это просто какой-то крот или кто-то там сидит. Так, давайте двигаться сразу поближе к свече, наверное. Угу. Наверное. И не бегать. Все, что мне нужно всегда запоминать в этой игре, что бегать нельзя. Блядь, и сразу же бегу. Почему нельзя бегать? Потому что когда на меня нападают... Тут что-то сверкало. О-о-о-о-о. Прям на пенечке. И сразу зажигай. Да-да-да. Кстати, у меня всего 5. А я вообще в ту сторону от нее убегаю-то. Тупик! Блять! Еще и не бежит! Ёб твою!
Бля, она просто мной командует. Ну беги! Все, эта сука нас миновала. Она нас оставила в живых. Так, идем ближе к свечушкам. Где? Вижу, что мерцает. Но до нее же еще дойти! Надо! Он не бежит? Так, не бежим. Где-то здесь же что-то блестело. Стрёмная музыка. Стрёмная музыка долбит мои уши. И кто-то, блядь, за мной бежит. Сука. Трясется все. Это, блядь, еще что? Нахуй! Это кто? Я такого не помню. Так, у меня есть еще времечко, конечно. Ну, дайте-ка мне подумать маленечко. Хоть бы подсказки какие-то были. Короче, от какой-то есть жирный урод, который бежит за мной, стучит своими ногами. Какая-то сучка с шапкой. Какая-то тварь, которая гипнотизирует меня. Другая тварь, которая меня телепортирует. Мальчик, который прыгает с ветки мне на голову. Все, собственно говоря, понятно. Я нашла там колодец. Я его не видела ни разу. Сколько я здесь хожу, брожу. Наверное, надо было сразу мне яркость экрана повышить. Потому что ни хера же, ни черта не видно. Диван? Тут был диван? Слышь, а исследовать карту интересно, оказывается. Особенно, когда никто за тобой не гонится и не хочет тебя убить. Вот люблю вот так вот гулять по лесу, размышлять о жизни. А вот, кстати, интересно, а что это за черт-то жирный был, который за мной бежал? Так, это дом, в котором постоянно происходит какая-то хуйня. Ёб твою мать, опять! Там просто вечно это происходит. Я подойду еще раз. Мне нужна свеча. Блядь, что за дверь? Я могу уйти, но дверь-то, блядь, не открывается. А, все, это просто типа пугашка. Возьму-ка я свою свечу. Охуеть, у нас такого еще не было, ребят. Дверь закрылась. Чудило меня напугал. Но трогать не стал. Нормальные взаимоотношения. Я хочу все же найти тот колодец. Червонец туда кинуть. Да блядь! Чтоб вернуться сюда еще разочек. Короче, мне с каждым прожитым игровым часом в этой игре становится не так страшно, потому что я начинаю привыкать. Я начинаю привыкать ко всем этим уродам. И единственное, что меня пугает, это, конечно, когда резко кто-то вылетает у меня перед экраном, потому что это действительно стрёмно, и ты это никак не ожидаешь. Вот это вот, когда свет розовый становится, ты как бы понимаешь. Вон там лагерь, вот этот кэмп. Ё-моё! Свеча же сейчас потухнет! Ой, мама-чан! Стрёмно! О, слышите? Страшный звук. Слышите, храпит, сучок горбатый. А все же интересно, храпит какой-то другой? Или тот жирный, который за мной бежал? А почему она погасла? Наконец-то. Б!
Блядь! А я от него убежать-то могу? Нет. Давайте на мостике от него прятаться. Только где он? Кажется, я не могу от него убежать. Я не могу от него нереально убежать. Я хотела на мостик, короче, и по кругу вот так вот бегать, пока он не устанет. Но я не могу долго бегать. О боже мой, ё-моё, не, это страшно, это реально страшно, ну почему так страшно? Ой, да, наверное, я на сегодня все закончу, может потом еще поснимаю, попытаюсь пройти. Ну блин, просто реально вот в такие игры чё стрёмного играть, что долго невозможно в это играть. У тебя голова напрягается и начинает болеть, потому что ты постоянно в напряжении. То есть там, не знаю, 30 минут, сколько я снимаю, 30 минут моя голова находится в напряжении. В лютом напряжении. А у меня осталось времени дома 15 минут. Мне надо собраться, а потом доехать до места. Короче, я не знаю, что делать. Сока, что ли, попить? Хочется все-таки пройти этот уровень, но я, кстати, вот этого жирного-то не увидела до этого, и он... Вот он, наверное, спит. Мне понравилось, что добавился диван. Диван — это интересно. В общем, ладно, на сегодня все. Мне не удалось пройти этот час. Надеюсь, что в следующей серии мне удастся пройти этот грёбаный час, выжить. Поэтому спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какие игры вы хотите, чтобы я снимала. Я до них обязательно дойду в скором времени, но мне хочется закончить эту. Все-таки мне осталось всего 2 часа выжить в этой игре. Я не знаю, сколько будет серий у этой игры. Если я в следующем пройду целых 2 часа, то будет всего 3, что это вторая. Короче, не знаю, посмотрим, как получится, как жизнь сложится, собственно говоря. Всех люблю, целую и всем пока!